Orden, Black Orden. Hare Krishna.
Так, подождите, пока нет перевода. У нас сейчас переводчик, который с английского языка, как-то очень долго собирается. Вот сейчас пока переводить не с чего. Сейчас попробую взять второй трансмиттер и кого-то другого переводчика найти. Микрофон напрямую.
Переводит он на английский. Ну а что она не переводит? Ты только что сейчас он начал переводить. Так как сейчас коронавирус, поэтому мы здесь будем не очень долго. Сейчас будет выступать Бхактисиддханта Бон Махарадж. Под руководством Шри Гуру и Гауранги мы совершаем Раджа Мандала Парикраму. И это место известно. Это место известно как дворец Ришабхану Махараджа. А то место, где Киртита Майя давала рождение Шримати Радхарани, оно находится внизу. А это замок, это именно замок Шримати Радхарани. Поэтому Шримати Радхарани, она не проявляется здесь. Sudhanidhi, Radhara Sudhanidhi, Grantha mein Radhaji ke apar mahima varnan kiya. Jisme varnan karte hain, Sain Tungavidya Devi, Tungavidya Sakhi hoto ye par bhi atyanta daina karke bhi kahte hain. Ye Brahma adi bade bade devtaon ke liye atyanta durlabh sthan hai. Jatki jit na karun dekhe. Сейчас включили второй трансмиттер, и очень плохо слышно. Переводчик ничего не слышит. Сейчас переводит два человека, поэтому очень большие помехи. Два трансмиттера переводит. Когда Радхарани находится в настроении разлуки с Кришной, и они после этого встречаются, то все цветы, они распускаются, все лианы распускаются. Включено несколько радиостанций, поэтому ничего не слышно. Так, мы сначала историю сегодня расслышали, но значит, Киртита уснула, Радхарани ушла из дома, и потом они после этого совершают со Шри Кришной любовные лилы, и потом она возвращается домой. То есть глаза Радхарани не подобны лотосу, который только что распустился. Ее глаза, они немножко покраснели. Они краснеют в уголках из-за лилы с Кришной. Когда она видится с Кришной, ее глазки немножко краснеют, приобретают цвет мураги. Эти лилы ночью, они настолько прекрасны, что невозможно их описать. Когда она совершает игры с Кришной, после этого на лице у нее играет особая улыбка. И милость Шримати Радхарани, она распускается в то время.
И Шримати Радхарани думает, что все те, кто мне служил, они, и также те, даже те, кто меня критикует, такие как Джатила, Кутила, как моя свекровь, они, те, кто критикует меня, уснули, а те, кто служит мне, они находятся со мной. И таким образом, служа нашему Иштадеву, нашему Вайшнаву, мы можем удовлетворить Шримати Радхарани. Это место Шримати Радхи и Кришны. Шрила Гурудев говорил, что во время месяца Джилана Радхарани, она из Явата возвращается сюда. Шридам за ней приходит, ее брат старший приводит ее обратно домой, в родительский дом на месяц. Есть такой обычай в Индии, что на один месяц девушка возвращается в дом родителей, и за ним должен прийти брат. Она его ждала. И наконец он пришел, она бросилась к нему на шею. Вот. И они поехали обратно домой, в свой родительский дом, в дом Вришабхану Махараджа. И Брахмаджи, он также принимает форму горы, чтобы наблюдать все эти прекрасные лилы. И мы сюда пришли, мы молимся Шри Брахмаджи, и по его милости эта лила проявится в нашем сердце. Сейчас Мадхава Махарадж передает слово Шридхара Махараджу. Мадхава Махарадж говорит, что все должны дать катху в течение 5 минут, потому что у нас больше нет времени. Хотя он переживает, что Шридхара Махарадж может задержаться, потому что когда к нему в руки попадает микрофон, он не может его вернуть обратно. И сейчас просит нас дать маленькое пожертвование любое мальчикам-браманам. Про нами. Сейчас будет говорить Бхактивиданта Шридхара Махарадж сладостную катху Шримати Радхарани. राधा गिरस मुखा मुखा कांग बले के राधा विहार विचने रमता गमनो हरे कृष्णा हम लोग गुरु वैष्णव हरे कृष्णा под руководством гуру вайшнавов мы совершаем Раджа Мандала Парикраму. И место, в которое мы пришли, здесь находится очень много сокровенных кунт и рощиц. Это место, где Шримати Радхарани встречается со Шри Кришной. Это место встречи. И лотосные стопы Шримати Радхарани — это такая редкость, которую можно достичь в этом мире. Очень много редких вещей. И Кришна очень редок, но Шримати Радхарани еще более редка. Лотосные стопы Шримати Радхарани — это такая редкость, что даже Шиваджи, Брахмаджи, Нарада, даже он не может обрести при свой лотосный стоп, даже Удава. А иногда лотосные стопы Шримати Радхарани становятся редкостью даже для Шри Кришны. И обретя Бхаву Шримати Радхарани, Кришна в Кали-югу приходит как Чайтанья Махапрабху. И после того, как Кришна совершает свои лилы, он возвращается в свою обитель на Галоку Вриндавана, на вечную Галоку Вриндавана. И он думает, я удовлетворил все свои желания. Только одно желание осталось неудовлетворенное. Оно за пределами этого мира. Это настроение Шримати Радхарани, это ее настроение. Это то, что я не могу понять. И для того, чтобы почувствовать этот вкус, Кришна принимает свет настроения Шримати Радхарани, и она дает ему свою бхаву, и он приходит как Чайтанья Махапрабху. Когда Кришну спросили, где ты находишься? Кто твой гуру? А, у Кришны спросили, кто твой гуру. Он сказал, Радхарани мой гуру.
И Кришна учится у Радхарани на Радхакунде. Там дует ветерок, доносит ее легкий запах, и Кришна танцует на Радхакунде. Шримати Радхарани, она когда видит, как я танцую, она получает такую невообразимую радость, такое счастье. И мне кажется, что она чувствует еще более высокий вкус, чем я. И Вишванатха Чакраварти Такура описывает это счастье, которое она испытывает, когда видит меня. Это счастье миллион раз больше, которое испытываю я. И я хочу узнать, что же это за счастье она испытывает. И Шичтани Махапрабху принимает настроение Кришна принимает настроение Шримати Радхарани и затем приходит как Шри Сачинандана Гаура Хари. Читание Чаритамрити говорится, и Кришна Дас Кавирадж Госвами, он процитировал одну замечательную шлоку. Вот сейчас Гурудев ее читает. Сарва Лакшми Май Готмия Тантра. И в читании Чаритамрити цитируется это. Одно из имен Шримати Радхарани — это Деви, та, кто очень красива и прекрасна. И когда Кришна видит ее, то Кришна чувствует то, что никогда не чувствовал до этого. И то сияние, которое исходит от Радхарани, которое распространяется от нее, оно несравнимо ни с чем. И когда Вселенная касается тела Шри Кришны, вся эта Вселенная получает освобождение. Но когда Шримати Радхарани бросает взгляд на Кришну, то у него падает флейта из рук Кришны, питамбара развязывается, и даже перо падает с его головы. И иногда даже сам Шри Кришна теряет сознание от взгляда Шримати Радхарани. Вот такая вот слава Шримати Радхарани. Тот, кому принадлежат все вселенные, тот, кто создал все, падает от одного только взгляда Шримати Радхарани. Если собрать всю красоту мира, то это будет красота Лакшми. Если собрать всю красоту Лакшми, то это будет красота Гопи. А если собрать всю красоту Гопи, то даже это нельзя будет сравнить с тем сиянием, которое исходит от тела Шримати Радхарани. Даже не от самого тела Шримати Радхарани, а только от кончиков пальчиков ног. Она является Кришна Майя. И снаружи, и внутри она Кришна Майя. Она полностью погружена в Шри Кришну. И в то же время, куда бы она ни посмотрела, она всегда думает о Шри Кришне. И очень часто Кришна также принимает ее цвет. Радхика Деви Кришна Прокта. Радхика. Что за значение этого слова? Та, которая служит Шри Кришне, та, которая поклоняема Шри Кришне, это Радха. То есть та, которой поклоняется Шри Кришне, и та, которая сама поклоняется Кришне. В Шримад Бхагаватам описано, что когда гопи искали Шри Кришну, они увидели, что между двумя лотосными стопами Шри Кришны есть еще две маленькие стопы гопи. Они так удивились, и они поняли, что Кришна ушел с какой-то одной гопи, с какой-то особой гопи. То есть все гопи находились там, но Кришна ушел вслед за Радхарани, исчез с места танца расы. И есть небольшое соревнование между двумя группами гопи. Теми гопи, которые за Радху, и те, которые за Чандравали. Шугатев Госвами — это попугайчик Шримати Радхарани. Она кормит его со своих рук, и поэтому он видел сам все эти лилы.
श्याम सुंदर अकेले किसको लेकर गए? बोले हमारे श्री किशोरी जी को लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की। И когда Шри Кришна сам забирает Шримати Радхарани, это является победой группы Шримати Радхарани, и так подчеркивается ее наивысшее положение. И Кришнадас Кавираджи Госвами говорит о безграничной славе Шримати Радхарани. Который сейчас шлоку цитирует Гуру Дев. В этой шлоке говорится превосходящая слава Шримати Радхарани над всем миром, над всем созданием. Рупа Госвами говорит: «О, Радхарани, мы приносим тебе свои поклоны. Пожалуйста, даруй нам одну вещь. Пожалуйста, сделай меня самой незначительной служанкой своей. Я не хочу ни положения подруги, ни положения друга, ни положения родителей. Я хочу быть только твоей служанкой. Я кланяюсь этим положением, я кланяюсь положению твоей подружки, но самое главное, я хочу быть твоей самой незначительной служанкой». Панча Калпа Трубнящча. Гуру Девушка закончил. Падами радам коруна варадрам, потом манасти гати вирна капи, панча калмадругаша пипашинду паевача, патитанам павоне повочнаве фоно. Сейчас будет говорить славу Шримати Радхарани Бхактивиданта Говинда Махарадж. Он сначала приносит свои поклоны своему дикшигуру Шили Вамани Госвами Махараджа, а также своему шикшигуру Шили Бхактинати Нарани Госвами Махараджу, всем вайшнавам и вайшнаве. Так. Пани. Я не могу дать, я в свиняве. Так. Махарадж говорит, мы приехали на Варшану, и это место Шримати Радхарани. Шримати Радхарани стали. Она является самым поклоняемым божеством всех гауди, всех вайшнавов. Среди всех лакшми она находится на вершине. Она является сутью консистенции всех лакшми. Итак, в этот месяц Картик мы предлагаем свои поклоны, свои бесчисленные поклоны лотосным стопам Шримати Радхарани. Также мы предлагаем фитилёчки с гии. С самого начала Картики до конца Картики мы предлагаем фитильки Шри Кришне. И возникает вопрос. Когда это началось? Ведь на самом деле это же началось даже тогда, когда Дамодар не пришел в этот мир. Откуда тогда взялась Дамодара мантра, если его еще не было, а до его появления уже предлагали фитильки, читали Дамодар мантру. Итак, предлагаю вот эти гии-лампы Радха Дамодар. Что значит Радха Дамодар? Мы предлагаем Радха Дамодаре каждый вечер. Олицетворенное божество этого месяца — это Шри Радха Дамодар. Мы должны предлагать эти фитильки с самого начала месяца и до конца. Поклоняться Радха Дамодару. Шрила Нараяна Махарадж в одной из лекций своих говорил, что
главное божество этого месяца, Шри Радха Дамодар. Есть два Дамодара, есть еще Дамодар и Радха Дамодар. Но самое главное — это Радха Дамодар. Ну вот на такой замечательной ноте Махарадж закончил катху. Он, видимо, выполняет наставление Мадхава Махараджа, что не больше 5 минут. Сейчас будет говорить катху Бхактивиданта Шанта Махарадж из храма, из Делийского храма Раман Бихари Гаудия Матха. Замечательный тоже вайшнав, вот недавно только проявился на нашей парикраме. Мы ему все очень рады. Кришна Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сабсе пехле, мери гуру Махарадж. В первую очередь Махарадж предлагает свои бесчисленные поклоны своему гуру Махараджу Нитя Лила, Правиштам Вишнупата, Штота Рашата, Шишимат, Бхактивидант Нараянга Госвами Махараджу и Ваман Госвами Махараджу, Дикша Гуру Ваман Госвами Махараджу, Шикша Гуру Нараянга Госвами Махараджу. Я предлагаю свои поклоны всем собравшимся преданным, всем саньяси, всем. Пожалуйста, примите мои бесчисленные поклоны. Мадхава Махарадж дал нам всего по 5 минут, чтобы прославить такое замечательное место. Но даже 1000 жизней не хватит, чтобы прославить его. Наши Махараджи так очень красиво рассказали Шримати Радхарани. Вриндаван, он трансцендентен и полон расы. Поэтому поэтому в начале Бхагаватам говорится, что его катха трансцендентна, его дхамма трансцендентна, его виграха трансцендентна, божество все трансцендентно, его киртан трансцендентен. Все, что связано с Господом, оно имеет трансцендентную природу. Все, что каким-либо образом касается Господа, все трансцендентно. И если кто-то войдет в контакт с одной из этих вещей, которые идут в контакт с Господом, его жизнь увенчается успехом. Мы сегодня были на Вришабхана Кунде. Иногда это место называют Вришабхану Пур. Потому что отец Шримати Радхарани Вришабхану Махарадж. Отец Шримати Радхарани Вришабхану Махарадж, а мать Киртита Сундари. У нас также есть мать, сестра, отец. И также у Господа есть такие же отношения. Тоже у него есть мать, отец, братик. И настоящая лила, которая является истиной, вечной истиной. Та лила, которая остается вечной истиной, несмотря ни на что, она происходит в трансцендентном мире. Но она также происходит и здесь, в материальном мире. Но мы не способны ее увидеть сами. Только по милости Гуру Вайшнавов мы можем увидеть лилу. Поэтому мы молимся. Мы молимся Гуру, мы молимся Садху, мы молимся о милости, чтобы иметь возможность увидеть эти лилы. И Шрила Висадев, Бхагавад-гити, он дарует. Шримад-бхагаватам Висадев дарует столько милости, что мы можем увидеть Вриндаван. Мы слушаем Шри Гуру Вайшнава. Чем угодно, речью, деньгами, своим телом, как угодно. И таким образом наша нынешняя жизнь увенчается успехом. Если мы будем служить, если мы не будем служить Гуру, то наша жизнь бесполезна и бессмысленна. И по милости Шри Гуру мы пришли сюда. Мы пришли в мир Бхакти по милости Гуру. И этот мир полностью нас изменил. И милость Гуру, и милость Шри Кришны, они неразделимы. Радха Мадхава Сундара, Эмира Вичарда,
Радхарани является Ачарьей Уджвала расы. И Махарадж говорит, что лотосные стопы Шримати Радхарани так редки. Также для Брахмаджи, что говорить о Брахмаджи, что, если даже для Шри Кришны они очень редки, когда Радхарани входит в ман, Шри Кришна должен придумать столько разных уловок, чтобы ее успокоить. Предлагая себя лотосным стопам Шримати Радхарани, такая красота Лилы, Шакти и Шактимана. И когда Кришна падает к лотосным стопам Шримати Радхарани, он просит: пожалуйста, поставь стопы на мою голову, и тогда моя жизнь увенчается успехом. Невероятные лилы. Ман Радхарани становится настолько сильным, что Кришна не может ее успокоить. Он все отдает к ее стопам, с лотосным стопам. И Шугатев Госвами даже не может упомянуть имя Радхарани, потому что если он скажет ее имя, он сразу войдет в самадхи на 6 месяцев. Такова сила его бхакти. И я молюсь день ото дня, чтобы наша сила бхакти была такая же. Верни, пожалуйста. Наконец-то. Ришикеш Махарадж сейчас будет давать катху. Все очень рады, потому что он очень любит давать катху. У него никогда нет возможности это делать. Замечательный смиренный вайшнав. Очень забавный, шутит. Говорит, наконец-то до меня добрался микрофон. Что-то шутит. По милости Гуру Варги. Что-то переводчик там плохо все слышит. Вот, наконец-то, Махарадж говорит, мне дали возможность сказать на бенгали. Он говорит на бенгали. Это первая катха на бенгали во время всей этой парикрамы. Особая милость. Особая милость Радхарани. Она чрезвычайно милостива. Она самая милостивая. Кто такая Радхарани? Когда кто-то произносит «Ра», то непременно Шри Кришна побежит за таким человеком. Вся Враджадхама предстает в этом слоге «Ра». Очень много красивых лил тут совершались. У Радхи и Кришны у них одна сварупа. Это как одна душа в двух телах. И опять говорят о том, что Махапрабху принял цвет Шримати Радхарани и ее настроение. Это тот же самый Кришна, который принимает цвет настроения Шримати Радхарани и ее бабу. Махапрабху от него не отличен. По милости Шри Нитинанды Прабху мы можем получить Шримана Махапрабху, а после этого мы уже сможем получить служение Шри Радхарани и Кришне. То есть сначала нам нужно получить милость Нитинанды, затем по его милости мы получим милость Читани Махапрабху, а по милости Читани Махапрабху мы получим служение Шри Радхи и Кришны. Если кто-то хочет получить служение Шри Радхи Кришны, то сначала нужно послужить Гуру. Mm-hmm.
Рагунатха Дас Госвами, когда приходит во Вриндаван. Не закончу как-то мысль. Говорится, что тот, кто принял инициацию Шри Гуру, то должен отправить, тот должен все вещи, жадность, гордость, все это откинуть. Нам не нужна искусственная вайрагия. Нам не нужно внешнее отречение, нам необходимо внутреннее отречение. Внешне мы можем выглядеть как угодно, но самое важное, что у нас внутри. Важна суть, форма не так важна, как суть. Вайраги — это не значит хорошо спать, хорошо есть. Самое главное — это внутреннее отречение. Когда мы внутренне не привязаны к этому материальному миру, даже это не самое важное. Самое важное, когда у нас есть привязанность к Шри Гуру, Вайшнавам, Радхе и Кришне. Без милости Шри Нитянанды Прабху мы никогда не сможем достичь Шри Мана Махапрабху. Когда Нитянанды Прабху, когда Рагунатха Дас Госвами послужил Нитянанде Прабху, только тогда он получил милость Шриман Махапрабху. Когда мы будем служить Гуру Деву, тогда наши глаза откроются, и вся авидия, все испарится, вся жадность, гордость, все уйдет, и тогда чистым зрением мы сможем увидеть лилы Господа, которые до сих пор проходят здесь. Только по милостям Гурудева. Сейчас будет говорить Шипад Парамахамса Махарадж. Под руководством Гуру и Гауранги и Вайшнавов мы совершаем Враджамандала Парикраму. Мы пришли в место лил Шримати Радхарани, где она являла свои детские лилы. По милости Шри Гуру Вайшнавов, мы способны выполнять это Враджамандала Парикраму. Сами мы ни на что не способны, только по милости Гуру. Нужно понимать, что эту парикраму совершают Вайшнавы, а мы пытаемся следовать за ними. Сейчас наша парикрама подходит уже к концу. Мы очень благодарны всем саньяси, которые организовали эту парикраму. Несмотря на пандемию, казалось бы, это невозможно, но парикрама свершилась, несмотря ни на что. И под руководством Шрилы Гурудева, приняв прибежище у него, мы смогли совершить эту парикраму. Поэтому мы предлагаем свои пранамы всем. Потому что даже ты, если такой же сильный, как Брахмаджи или Шиваджи, все равно без милости Гуру ты ничего не сможешь получить. Только получив милость Гуру, мы можем что-то реализовать. Поэтому мы выражаем свое почтение всем и каждому. И Радхарани, она является... Радхарани является Гуру Шри Кришны. Шри Кришна, он объект поклонения. А Шримати Радхарани, она является как прибежищем Шри Кришны. Но тогда получается, мы не хотим прему, которая исходит от Шри Кришны к Радхарани. Мы хотим прему, которую испытывает Шримати Радхарани. И что нам пришел дать Шриман Махапрабху?
Это он, это Уджвала Раса. Это самая сияющая, самая несравненная раса, которую пришел дать Шриман Махапрабху. И также в Киртане поется Бангла Баджа. Махарадж говорит, если вы не понимаете Бангла-Баджа, язык Бенгали, то вы никогда не сможете до конца понять это настроение. Для того, чтобы петь на Бенгали, вы должны выучить Бенгали. Существует два аспекта — встреча и разлука. Шримати Радхики и Кришны. И чем больше, чем более радостная встреча, тем более грустное расставание. И чем более долгая разлука, тем более радостная встреча. Как одна монета с двумя сторонами. И према Шримати Радхарани, и према Кришны. Мы не можем понять, если мы не знаем бенгальский язык. Короче, друзья, у нас, кажется, проблемы. Нужно приложить усилия и выучить его. Шриман Махапрабху, он получает этот вкус в Камхире, он чувствует настроение Шримати Радхарани. Там происходит настроение разлуки. Когда Шримати Радхарани в разлуке со Шри Кришной, это подобно тому, что жизнь покидает твое тело. Шри Кришна говорит, я ухожу, но затем он сказал, я вернусь. Но на самом деле он не возвращается. Он сказал, что я вернусь в Мадхуру, но он так и не пришел. Но все гопики настолько ему верили, и они каждый день поддерживали свою жизнь только потому, что они думали, что он вернется. Они верили ему. Они думали, в один день все равно он вернется. И это экстатическое настроение, оно проявлено на Удава-кьяре. И мы молимся о милости Шри Гуру Вайшнаву. Я и милости Шримати Радхарани, Бхактивинод Такур. Говорит, что только тот, у кого будет настроение служения Шримати Радхарани, сможет достичь Кришны очень легко. Но у нас не должно быть Абхимана. Нужно принять прибежище у Сакхи. И тогда мы будем служить в этой линии. И тогда это бхава, это настроение будет главенствовать. И тогда мы сможем достичь Шримати Радхарани и также Шри Кришну. И также Гурудев говорил, мы должны совершать свой собственный бхаджан. Гуру и Вайшнава показывают нам путь, но мы сами должны совершать свой бхаджан, стараться. Мы слышали так много различных вещей. И непременно вся наша садхана даст нам какой-то результат. Мы посетили столько мест паломничества, и обязательно будут какие-то реализации. Мы молимся о милости с гуру и саду, и также просим милости Шримати Радхарани. Мы молимся о том, чтобы больше и больше людей приходило на нашу Раджалама Парикраму, и поэтому мы молимся Шримати Радхарани и Кришне об этом. И сейчас будет говорить Шипат Нарисимха Махарадж. Так, одну секундочку, сейчас камеру. Он цитирует очень красивую шлоку. Эй, Вигьяй, Дэвид Вам, Найамам Чаранантикам. В этой шлоке говорится, в Тавайвасме, я твой, Наджвами твоя вина, без тебя я не живу. Эй, Вигьяй, Радха Твам, там говорится, что, зная это, о, Радика, пожалуйста, даруй мне приют у своих лотосных стоп.
Это место, в которое мы пришли, является Радхарани Стали. Радха является любимой дочерью Ришабхану Махараджи. Это место, где Радхика проявлялся детские лилы. Она здесь играла с своими сакхи. Кто такая Шримати Радхарани? Радхика Учварасачарья. राधा भजने जति मति नाहि खेला कृष्ण भजने से अकारण गेला इसलिए राधा जी हमारी ईश्वरी गौड़ियों की ईश्वरी महाराज цитирует श्लोके я, к сожалению, не знаю. Радхарани является Ишвари, поклоняемым божеством всех Гаудия Вайшнавов. Вот когда мы поем этот замечательный баджан, Крипака Такши Паджанам, Ананти Койти Вишну Лока. Существует очень много вселенных. Среди всех этих вселенных Ананта Койти означает миллионы-миллионы вселенных. Очень много Вишну предлагают нам, лотосным стопам Шримати Радхарани. И жена Индры, Индрани. Жены Шивы и Брахмы же они также служат лотосным стопам Шримати Радхарани. На самом деле Радхарани, она дарует благословение и удовлетворяет все желания этих личностей. Я надеюсь, хорошо слышно. Пока нет перевода. Если кто-то хочет поехать в Бадринат, Кедранат, это на самом деле очень сложное путешествие. И не надо никуда ехать, можно приехать сюда. Здесь все проявлено, все святые места. Какова слава Шримати Радхарани? Она неописуема. Нет материальных слов, чтобы прославить Шримати Радхарани. Можно только прикоснуться кончиком к ее, кончиком лика к ее славе. Когда она искоса бросает взгляд на Шри Кришну, его питамбара падает, его перо с его головы падает на землю. Такова Шримати Радхарани. Как же мы можем служить ей? Как это возможно? Сарасвати Прабхупад, он говорил, он упоминает, что это Сакьяпада, это так далеко от нас. Но если им стать хотя бы метлой, хотя бы стать одной палочкой в метле, в которой подметают кунджу Шримати Радхарани. Если я стану хотя бы маленькой палочкой в этой метелочке, которая используется для служения, моя жизнь увенчается успехом. Это сказал не Сарасвати Прабхупада, а Прабхупананда Сарасвати. Если у кого-то есть такое настроение, то Кришна обязательно будет удовлетворен и дарует свою милость. Вся наша Гуру Варга, Шриман Махапрабху, а вся наша Гуру Варга хочет стать служанками Шримати Радхарани, тогда Шри Кришна автоматически предстанет перед нами. И когда мы повторяем имя Шримати Радхарани, то все препятствия на нашем пути испаряются. И тогда мы получим милость всех манджари. И мы молимся и лотосным стопам Радхарани, Гуру и Вайшнавам, чтобы они были милостивы к нам. Шипат Мадхава Махарадж. От многих саньяси мы слышали харикатху. Мадхава Махарадж хочет ответить на вопрос, который задал
Говинда Махарадж по поводу поклонения фитилечками, когда, почему, то есть до проявления Кришны была вот эта Дамодара мантра, и откуда она проявилась, пока его еще не было? Каким образом тогда они предлагали фитильки? Мадхава Махарадж говорит, Гауди Вайшнавы, они больше направлены на Шримати Радхарани, чем на Шри Кришну. Гауди Вайшнавы говорят, если кто-то служит Шри Кришне, молчание в наушниках. Почему мы не служим лотосным стопам Шри Кришны? Ведь это же оскорбление, если мы не служим лотосным стопам Шри Кришны. Почему мы предпочитаем служение Шримати Радхарани?